Играем седьмой или восьмой бой отрядом с Ромкой в рангах. Кто это рассказал, я не поверил. В добрые старые времена это возможно было, а сейчас уже нет. Ну вот так судьба сложилась. Может, А заберем? Давай посмотрим, может быть заберем, может быть А. Давай заберем, если ты так очень хочешь, пойдем сходим на А. Сейчас посмотрим, конечно, куда пойдем. Лучше бы, блядь, туда Юянга отправить. Ну пошли на Б, он сейчас надо потратить. Прямо поехал вообще. Да хер с ним, пускай едет, раздает. Там, кстати, цифер нет, это шансон где-то будет. Да, одного. С Марсо и Халандом соревноваться с форсажом мне вообще вот, блядь, никакого понта нету, прости господи, блядь. А Юян со своей перезарядкой пускай раздает, блядь. Может быть, что-то подсветишь этим друзьям. Маленький. Я вот, если честно, не горю желанием, блядь, ни с Халандом, ни с Марсо пересекаться. Они... Марсо я ПМК должен собрать. Хорошая идея, я светить ты забирать ПМК. Ну, сейчас мы тут кого-нибудь заберем, не переживай. Быстренько, хап, точечку Б, хап, и дальше будем по этой. Наполи, долбоёб, назад, блядь. Сука. На Б одного хватит. Не обращай внимания, блядь. Пойдем заберем. Да я в черный список Леблана добавлю. Да, 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 правильно. А это кто был? Мафия. Мафия, терминатор. Да, в тех. Гоу-гоу в черный список, блядь. Мафиози, блядь, ты наш. Давай я также перед тобой иду. Гап включаю. А, так вот, смотри, вот он тебе, блядь. Твое любимое ПМК. Я не достану ПМК. Ну, так ты сейчас достанешь. Если он дальше попрет. Конечно, попрет, он не может не попереть. Давай, давай, отруливай, отруливай, тварь. Попал? Одно пробитие. Да, одно пробитие. Уже хорошо. На косарь. Уже хорошо. Даю гап. Просто не хочу, чтобы тебя сожрали торпеды. А, шлифинг, смотри, куда он, блядь, залез. Отлично, там он на поле, твой дружок. Да это хреново. Он ушел за остров. Стрелять меня будет. Я сейчас начну. Да. Сейчас мы его напугаем всей мощью своей артиллерии, смотри. Я сейчас. 2400 с него снял, прикинь. 5000. Я просто монстр. Блять, я свечусь, он нет. А, он не стреляет, козлище. Ну что, мне пикировать на него надо? Нам, дружок, нам надо пикировать. Блять. Он уходит вот прям в дымах красиво так идет. Перед островом сейчас нырнет. Ай, блять. Меньше, с малым углом я торпеды пустил, не захватят его, сзади пройдут, жалко. Главное, что его меня не захватят, сейчас дым у него кончится, он меня самолетом выйдет. Там кто-то еще, там кто-то еще. Ну, у нас шлифинг сзади идет. У меня пилинг сканкнул. А, это он на него и скакнул. Оттормаживается пиздец. Нормально все. Ну, хлебало расстреляли на линкор. Че Халанд где-то? Ну Халанд только вообще ничего. А, Юянка отъехала. А, он выкручивает на меня. Давай, светись, сука.
Ну, пробил. Не пробивается скотина. Елозит, торпеды кидает. Шлифом, сука, блядь. Вообще не шевелится, падла, блядь. Поймал он меня на торпеде, конечно. Так играть надо. Ничего не хочу сказать. Ну вот именно так как надо играть. Торпеды по левому борту. Я хочу отсветиться. Давайте отсветиться, твари косые. Меня кто-то видит, кстати. Я отсвеченный, но меня видят. Этот на точке. Да, перед на точке точно будет. Никого нет. Вот здесь кто-то, вот тут. Пелинг скачет. А, так тут сейчас еще окажутся два эсминца. Я тебя уверяю, вот они. Чуть-чуть еще, давай, попади! Блять. Малета нет, я у него уже. У нас шлюх ничего. Давай, начинай стрелять. Блять, ну МК мне поможет кто-нибудь с этой сукой, блядь. МК работает. Я сейчас сгорю, блядь. Знаете, как обидно будет, да. Блядь, герой сражения, блядь, и погиб. Торпеды, торпеды, Ромка, торпеды. Пиздец вам, нахуй, ребят. Нет, я от торпед уйду. На шлифаку пиздец. А нет, пиздец. Он эти торпеды вторые не видит. Да, пиздец, ты сейчас один останешься со шлифаком. Плевать. Да, это понятно. Я не до этого. У тебя с этого борта торпеды, нет? Да. В лучшем случае взаимоуничтожение у вас сейчас будет. Да. Нет. А нет. И пожара! Эй! Сука. Ты сгорел. Сгорел на работе, блядь. А, нормально похлестались. Эти два олени просто катались там. Бой могли бы выиграть, но эти не уверен. Если бы да. Это мозгов хватит, блядь. Да, забрать мозги, точку. Блядь. Обоих в черный список, да и все, и не паримся. Что одного. Второго что, зачем? А что с ним делать, блядь? Зачем он у меня в черном списке? Он не хамил. Вроде там что-то воевал. Этот ты дебил. Очевидно. Ну давай посмотрим, блядь. Нет, проиграем скорее. Хотя... Винсент сейчас точку заберет.
Да, и придется с торпедами, блядь, на них нафиг прекрасная лодка Халанд, блядь. Ну, которая будет вокруг задолбать. Них бегать, блядь. А, кстати, какая у них перезарядка, блядь, у Халанда? Ну, кстати, 76 секунд, блядь, прикинь. Будет рожать, блядь, по такой пачке торпед. Ну, торпеды слабые. Не слышно, это пошло. Чуть-чуть мы точно, конечно, не взяли. Обидно. Видишь, этот маршал в твоей дыме спрятался. Его не видно было. Да вроде я его до последнего светил. Ну вот, когда ПМК, когда он светиться стабильно начал, он на 10 километров был, я отстрелялся, а у меня ПМК 9 с копейками стреляет. И он это, как только он в ПМК заехал, мы его вдвоем видел, моментально распилили. Угу. Что, выходим? Да давай досмотрим, я записи веду, блядь. Просто интересно, как мы с тобой отрядом сыграли. Сейчас посмотрим, как ну, мы-то нормально сыграли. Я считаю, это непобедимо. Сейчас он их завалит, блядь. Нет, а, не хотя 4, ну да, 9 раз разница. Ой, в 2 раза разница. Очки примерно поровну. Плюс 2 точки. Четыре минуты можно, конечно, посидеть, пождать. А, не пошел читать всякое. У тебя кто-то кашляет, что ли? Да. Шлиф засветит. Он между ними. А, даже еще смешнее, блядь. Смотри, что он делает, блядь, красавчик просто, блядь. Ну а поскольку я шлиф вышел. Лох, блядь. Да, это все поражение. Он тупой лошара, блядь. Это было понятно. Я тебе говорю, вот это партия, нахуй. Он тупой лох, блядь. Который, ну все, он его забирает торпедами. Ай, блядь, тупая лошара, блядь. Не успеет Сент-Винсент дойти, блядь, до точки. Интересно будет, если Халанд еще на него пикернет. Он там шлифина утопил. Легко при том. Ну,
Ладно, кстати, мы посмотрим. Проигрыш, все равно проигрыш. Два 23 и 2.15 у них. Торпеды мимо прошли. Ё-моё. Торпеды мимо Сент-Винсента прошли. Еще 76 секунд. Блять, может, можем выиграть. Ну ему только пикировать, блядь. Все в свете Сен-Винсент. Интересно, где это, сука? Пятьдесят 4 секунды у них. Упс. 54 у нас. Да ну нахуй, так хорошо не бывает, блядь. Блядь, ну зачем ты так делаешь? Господи, блядь, где же эта маленькая херня, блядь? Маленькая херня берет. А. Все равно победа наша. Ха-ха-ха. Молодец, молодец. Сент-Винсентик. Очень хорошо получилось.